Всем привет, с вами канал Китаец Отличился, и сегодня у нас будут на распаковке три посылки. Открывать мы их будем вот таким вот самурайским тесаком, не щадя. Всегда меня удивляет, как китайцы вот такие вот вообще посылки отправляют, грубо говоря, там ничего нету. Но тем не менее, они их отправляют. Стоимость этой посылки оценена, она у нас в 3,30 центов получается, и написано 5 грамм. И рубанем ее, посмотрим, что внутри. Нет, не тут рубанули, а тут рубанем, смотрим. А тут у нас вот что. Так, это не я заказывал, какие-то наклейки, судя по всему, наклейки это на ногти, я так полагаю. Такие вот. А, даже не наклейки, а переводки. Ладно, не будем их травмировать. Кому-то они еще пригодятся. Берем. Возьмем следующую. Здесь что-то покрупнее уже. Надо нож наточить, что он уже не рубит. Так. О! Это уже интересно. Так, это уберем. Чудо-штука для чистки апельсинов. Эта шняга вставляется в апельсин и как бы режет кожу. Прикольная штука, заказывал себе. Не сильно люблю апельсины, вообще цитрусовые, но тем не менее зимой охота иногда очистить обламывает. Есть такое дело. И еще одна, тут какой-то QR-код. Цена аж в 2 доллара. Что это, интересно, такое? Посмотрим сейчас. Рубанем. О, это тоже для ногтей. Это стикеры для, по-моему, какой-то французский маникюр. Какая-то то ли визитка, то ли что, хер поймешь. Такие вот стикеры. Тут их 5 пакетов. Честно говоря, я думал, что это будет один большой пакет, когда просили меня заказать. Но пришло вот так. Есть такое дело. Ничего больше нету. Вообще меня почта удивляет, как она работает. Только что я был на почте, получил вот эти 3 посылки. А вообще заказываю раз в месяц, грубо говоря, там посылок 10, 12, 15 после зарплаты. Ну, кучкой. Получил 3 посылки, спросил, есть еще что-нибудь? Они говорят, нету. Пришел домой, приходит смс, приди, получите, пожалуйста. Так что, может быть, сегодня еще запилю видос. А вам спасибо за просмотр. Пока-пока.